взыскания долгов и платежей в бюджет. Коллегия регионального управления службы судебных приставов подвела итоги работы ведомства в минувшем году. Руководитель управления Татьяна Безызвестных начала с результатов работы по установлению порядка деятельности судов. 22 пропускных поста были оборудованы металлоискателями и камерами видеонаблюдения. Также положительных результатов удалось достичь в сфере поступления исполнительных документов. И как результат за 2018 год, снижение поступления исполнительных документов на принудительное исполнение на 15%. Или в абсолютных цифрах это на 47 тысяч исполнительных документов меньше. Это действительно хорошая такая цифра, которая способствовала нам более качественно исполнять то, что у нас уже имелось. В прошлом году было закончено почти 279 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 13 миллиардов рублей. В то же время платежеспособность физических и юридических лиц остается довольно низкой. Среди главных задач управления в нынешнем году – сокращение нагрузки на приставов, повышение эффективности исполнения судебных решений и взыскание платежей в пользу бюджетов.